Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал Маргарита Блог Офишал. Сегодня я пришла поливать огород моей соседки, тете Ирине. У нее вот такая, она ухаживает виноград. Очень хорошая, добрая женщина. Она уехала на море отдохнуть на несколько дней и попросила меня поливать огород. Я вот, пожалуйста, поливаю огород. У нее тут как болгарский перец, баклажаны. Вот. Здесь у нее растет персик. Вот. Здесь у нее такой кран. Я отсюда собираю и поливаю из ведро в огород. Там, что она попросила мне поливать. Мне очень повезло, что мои соседи очень хорошие люди. Они такие добрые. Если совет нужно, то они сразу могут тебе рассказывать, подсказывать. Вот. Спасибо им за все нюансы, что вот я как приехала, купила дом, и они у нас вот все рассказывали, как мне быть, где что-то надо, расскажут, покажут по адресу, там все, что надо. Я благодарна Богу, что есть на свете такие добрые люди еще. Вот у нас такие хорошие четыре персики. Они еще зеленые. Осенние, мне кажется, персики. Вот так как выглядит, да? Вот, сейчас будем поливать и пойдем домой. Хорошо, что есть люди, которые могут помогать. Например, я, то, что доверяла меня ключ, и я поливаю ее огород. Это значит, что люди доверяют. То есть они заметили, что я тоже с ними общаюсь чистой душой. И вот Тёрин, кто знает, вот тётя Ира столько раз мне дала, я сделала компотик, и дети с удовольствием выпили. Спасибо, тётя Ира. Вот розочка здесь. У нее еще есть такая красивая цветочек, который растет прямо до крыши. Есть еще такой розы. Это для вас, мои любимые подписчики. Вот. Здесь еще есть такая цветочек. Такая зеленая. Что еще я заметила, что у тети Иры есть. Угадайте, не угадали, инжировое дерево, пожалуйста. Вот, если хотите видеть инжир, я покажу, но она еще не спела, еще зеленая. Вот, пожалуйста. Краснодарский инжир. Черешня. Малина. Все, что хотите, найдете у тети Иры в огороде. Здесь у нас фундук. Там дальше идет ореховое дерево, яблоко, вишня. Все, что хотите. Розы, клубника. И все это мы в этом году вместе с тетей Ирой попробовали. Было очень вкусно. Дай Бог ей долго-долго лет жизни, что она такая добрая, хорошая женщина. Мне повезло, что у меня хорошие соседи. Вот так красиво виноград растет. Дамский пальчик, кишмиш растет. Здесь розы растут. Это соседний дом. Здесь у нас гладиолусы растут. Видите, как красиво? Розы растут. Вот, пожалуйста. А здесь лилия растет. Ну, всем хорошего просмотра. Пока-пока.